Приветствую на YablokTube. Сегодня для вас обзор программы из App Store под названием iMusicBox. Это приложение предназначено для прослушивания музыки из социальной сети ВКонтакте. Первое, что стоит сделать сразу же после установки программы, это включить функцию сохранения плейлистов в настройках. После этого станет возможно кэширование выбранных песен с дальнейшим их прослушиванием в офлайн режиме. При первом запуске программа попросит вас залогиниться в социальной сети. Как видите, интерфейс у приложения довольно прост и лаконичен. Он включает всего две вкладки, одну с вашими текущими песнями, другую с рекомендациями или результатами поиска. Простое нажатие на композицию активирует ее воспроизведение. Внизу экрана скрывается специальная навигационная панель. Она позволяет переключаться между композициями, регулировать громкость, останавливать или продолжать воспроизведение, а также осуществлять навигацию по песне. Вторая вкладка предназначена для поиска нужных композиций. Как вы поняли, iMusicBox ищет музыку по всей социальной сети. Так что найти нужный трек, зная его название или исполнителя, не составит большого труда. Для сохранения песен в плейлист существует специальная кнопка справа от каждой композиции. Теперь с помощью бокового меню достаточно перейти на вкладку «Плейлист» и увидеть статус загрузки каждой композиции. Теперь закэшированные треки доступны для прослушивания в офлайн режиме. Сейчас я продемонстрирую работу программы без подключения к сети. Как видите, на вкладке «Плейлист» сохранились две наши композиции. Теперь их можно прослушать в любое время без доступа к интернету. В настройках программы можно разлогиниться из социальной сети или настроить автоматический вход при запуске приложения. Скачать программу iMusicBox можно в App Store по цене 99 центов. Подписывайтесь на новое видео, оставляйте ваши комментарии и лайки. С вами был Артём, специально для YablokTube. Пока!